Ребят, не хотите ли прогуляться по новой Джетте, либо по новому Volkswagen Polo? Дело в том, что на своем официальном сайте, Volkswagen открыл 3D-шоурум, и можно прогуляться, ну, допустим, по Джетте. Вот нажимаем «Подробнее», спускаемся ниже, идет загрузка. Ну и, друзья, ждем некоторое время. Ну и можно теперь у нас гулять по новой Джете. Ну, во-первых, вид, естественно, интерьер. Можно нажать интерьер, видите, и сейчас будет анимация. Смотрите, насколько классно все внутри, можно просмотреть, все детали прочитать. Атмосферная подсветка салона, App Connect и навигация. Ну и так далее, подогрев руля и сидений, цифровой прибор, панель. Ну, короче, покрутить головой можно. Сейчас из-за пандемии многие сидят дома, и, соответственно, здесь даже есть еще музыка. Крутая, стильная. Вот. И что хочется сказать, можно еще посмотреть, как открывается капот. Сейчас выйдем. Вот. Открыть двери также, включить, фонари. Или как они называются, как они. Вот. И просмотреть все детали автомобиля, убедиться, насколько он хорош, красив. То же самое можно с полом. Соответственно, друзья, ну вот, собственно, и все. Так что это 3D прогулка по Volkswagen Jetta. Если кому интересно, можете пройтись. Вот. Ну и ссылку я размещу в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.